Свято-Успенская и Саровская пустыни освящены кресты и купола для возрождающегося храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». В начале 18 века церковь была построена всего за 50 дней в глухом лесу. Годы безбожия была уничтожена, а ныне возводится вновь. Свидетелями исторического события стали наши коллеги. В Свято-Успенской Саровской пустыне продолжается строительство храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Церковь возводят на том месте, где она находилась до разрушения в 1951 году. Восстановительные работы начались чуть больше года назад, но движутся быстрыми темпами. На прошлой неделе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил кресты и купола строящегося храма. Сегодня для с вами благословенный день, исторический день, когда Господь сподобил нас участвовать в возрождении такой древнем обители, как Свято-Успенская Саровская пустыня. В 1704 году на территории этого монастыря был освящен первый большой каменный храм. Так Господь судил, что возрождение обители, этот храм последний восстанавливается. Вот сегодня он обретает свою главу, святые кресты и купола. Центральный купол вообще просто поражает размерами. Мы вчера видели видео, как их золотили. Мне это очень интересно. И то, что это происходит один раз в жизни такое, я думаю, что это запомнится надолго. Во-первых, красотища просто невозможная. Я не знаю, как можно быть против этого. Я очень рада, что у нас восстанавливается историческая справедливость. Мы будем жить в этой красоте. Ну и для верующих тоже радость, что будет еще один храм, посвященный живоносному источнику, который раньше здесь и был. Кресты и купола были сразу же установлены на кровлю храма. Это строительство станет еще одним шагом к возрождению исторического облика Саровской обители. Совсем скоро она станет такой, какой ее видели современники прославления батюшки Серафима в лике святых в начале XX века.